Мошенники обманули жителя Нефтьюганска при попытке купить права. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления полиции. В дежурную часть городского отдела обратился местный житель, который пожаловался, что его развели в интернете. Югорчанин решил воспользоваться услугами посредника, который обещал помочь получить водительское удостоверение без обучения. Объявление он увидел на одном из известных сайтов. Документ обещали передать заказчику в течение нескольких дней. Мужчина перевел на неизвестный счет 45 тысяч рублей, и после этого всякая связь со злоумышленником прервалась. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».